Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это скам. Не могу я как бы обойти стороной это обновление, потому что я его очень слишком долго ждал. Если мы откроем карту мира скам, то мы увидим, что появилась вот такая новая РТшка в C0. Это появилась АЭС, на которой произошла катастрофа. Это новая РТ. Сейчас то, что я был вчера, видео у меня вышло. Винтажный хазмат, в нем меньше места, это может админский хазмат, я не знаю. Но появилось такие два хазмата противорадиационные. А тут что-то написано, смотрите. Заражение 3,1%. Влажность. Заражение 0%. Видим, что этот хазмат хуже, как бы, если я войду внутрь АЭС, то я думаю, у меня персонаж сразу начнет заболевать лучевой болезнью. Короче, в этой РТшке появляются новые ящики, в которых вот такие вот пластины. Но если вы начинаете играть в скам, и у вас не выкачано, вот как у меня, воровство, то не пытайтесь находить хазмат, взламывать эти ящики. Я думаю, это будет именно такая затея для кланов, потому что эти пластины... Я взломал эти два ящика, давайте от третьего лица. Взломал два ящика, нашел в одном из двух ящиков две пластины, которые, если продать торговцу с оружием, будут стоить по 6000 местных денег. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у меня пропал свет, короче. Я там наснимал где-то час материала, но все равно жалко его. Ну такое. Ну в целом, пересоздал персонажа. По одной причине. У меня не было выкачано воровство. И я перестал персонажа. Мы отправимся на эту АЭС новую. Такими интересными пластинами. Вот у нас появились новые патроны. Насколько они лучше, но вот такие в эти патроны нужны вот такие вот пластины. Эти пластины можно еще продать, как бы у торговца. И вот пачка таких пластин стоит 6000 местных денег. Ну, смотря на каком сервере, как админ выставит расценочки, продать их можно NPC-оружейнику в аванпосте. Я уже подготовился, взял отверточку, взял отмычки. Давайте сразу туда переместимся. Видим, в этом костюме происходит заражение, не понимаю почему. Просто в прошлом видео я был в винтажном хазмате. Он полностью не защищает. Но это, я уверен, настройки поправят в скором времени. Если вы смотрели прошлое видео, то я, блин, залез прям внутрь взорвавшегося реактора. И мой персонаж, естественно же, умер, конечно. Нормальном здравом уме так никто делать не будет. Давайте от первого лица. Очень атмосферное место. С какой стороны? Ага, я понял. Это краны тут стоят. Получается, они убирали место аварии. Этот туман еще добавляет какой-то такой атмосферы этому всему. Еще вот эта музыка и звуки какие-то непонятные. Очень круто сделано.
когда вы первый раз попадете на эту АЭС, то это просто лабиринт. Если вы не знаете, куда идти. Вот как я тут уже второй раз всего лишь. Я не понимаю, куда мне идти, что мне делать. Сюда нам. Трансформаторный. Не знаю, что это такое. Если вы найдете тут какой-то лут полезный, типа ремок, разные материалы для, для строительства, то вы сами понимаете, что такое радиация и как она опасна для человека. И вот с этими пластинами тоже очень интересно будет. Получается... Я думаю, ребята наснимают видосиков интересных. Я заблудился, CR3, видимо, какая-то надпись. Я хожу по кругу опять. Но я помню, что... Вот я именно сюда и заходил. CR4. Это пульты управления какие-то, наверное. Слышим звук костра. И через эти серверные зашел же. Просто лабиринт. Я сюда зашел. Так, мы вниз куда-то спускаемся. Это жесть, просто жесть. Я вышел. Да, откуда пришел? Давайте с другой стороны зайдем. Очень атмосферное место. Эти звуки еще. Добавляют вот этой криповости очень круто. Так. Я помню вот сюда куда-то точно. Вот сюда заходил. Перепрыгивал и шел. У меня такое чувство, как будто я опять обратно вернулся.
Ой-ой-ой. Хочу где-то. Так. О. Сейчас мы наверх поднимемся. Получается, если мы вошли там, тут выход. И тут написано выход. Не надо вон туда куда-то. Так, у меня направление. Угу. Ё-моё. Мне кажется, мы на верном пути. А вот я и добрался до этого места. Не знаю, что это за место, но тут находятся вот такие вот ящики. Вот они закрыты. Раз, два. Короче, три. Пять. Шесть. И получается еще ящики. Вот именно где место взрыва самого реактора. Вот там получается еще ящики есть. Так, а что у меня по заражению? Видим, все прекрасно, 2,5% заражения. Видим, постепенно, но как-то проникает все равно радиация. Давайте попробуем открыть. Теперь с третьим уровнем взлома. Как я быстро открою. Достаточно быстро. И вот, видимо, такие пластины. Наверное, из всех возьму в рюкзак. Типа, себе. То я начну получать облучение, да? Ну, давайте возьмем счетчик Гейгера. Через Shift E он не включается. Видим, показывает, что все заражено радиацией. Но на меня как-то оно не влияет. Очень странно. Вот мы, короче, залутали. Видим, что все просто... Все заражено радиацией. Даже коллаж должен быть зараженный. Интересный случай. Когда он был за спиной, он не был заражен. Видим, что пока восстанавливается, оно... радиационное заражение. А если я сниму и одену? Опа, и сразу. Ага. Короче, непонятно как-то. Радиоактивные элементы в карман себе положил. Все в порядке. Как бы все в порядке. Давайте мы отправимся в ближайший аванпост. Сейчас найдем торговца. У трейдера недостаточно средств. Видим, что тут у трейдера недостаточно средств. Вот так, если у трейдера будут средства. Вот такие вот две пластинки по 10 юзов вам принесут 12 тысяч местных денег. Отправляемся в банк. Welcome to the most secure place on the island. Привет, чувак. Получается, приобрели карту
придумали пин. У нас есть теперь карта. Пин с одной цифры. И ложим на депозит наши денежки. Если тебе нравится, что я делаю, ставь лайк, подписка на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч.